Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун привез в Москву свою книгу «Интервью с Владимиром Путиным». Презентация состоялась сегодня в Центральном доме художника на Крымском валу. По словам Стоуна, он, по сути, привез расширенные версии ответов, которые президент России давал ему в рамках подготовки фильма «Интервью с Путиным». Пообщавшись с читателями, режиссер признался, что одна из причин, по которой он сел за книгу, заключается в том, что все мысли президента России нельзя уместить в фильм. Как заявил Стоун, Путин говорит не просто интересно, но и совершенно безошибочно, а из такой речи режиссеру трудно что-либо убрать. Примечательная реакция Стоуна на пожелание получить в России премию, схожую с пулитцеровской. Счел бы за честь получить российскую премию, но не говорите мне ничего про пулитцеровскую премию. Для меня лично это плохой приз, он подставной. Люди, которые получают пулитцеровскую премию в США в области журналистики, представляют корпоративные СМИ, у них много денег. Эти победители выражают узкий взгляд, который носит исключительно проамериканский характер.